детства. Это наш был нашим одним из любимых праздников, наверное. Но этот праздник всегда сплачивал народ. Я своим любимым предприятием, вот с работниками нашими пришли. Мы за народ, за счастье, за мир. Лозунги у нас все как бы уже прописаны за достойную заработную плату. И вот все люди, которые поддержать хотят этот лозунг, вот все здесь собрались, как вы видите, уже большое количество. Мы централизованная система массовых библиотек города. Мы каждый год ходим. Это уже традиция такая, как на праздник. Но у нас, конечно, главная проблема библиотеки – это низкая заработная плата. Я руководитель Башкирского института социальных технологий. Наше здесь участие не просто дань празднику 1 мая, а это наш и профессиональный, и гражданский долг. Мы готовим граждан нашей страны. Впереди у них трудоустройство, и очень сложно сегодня устроиться молодым. Поэтому мы готовим наших ребят не просто к сложностям будущего, но самое главное – уметь защищать свои права. Мы вообще жилищники, жилищные хозяйства. Город на нас убираем, ну и как же, на мир труд май мы не придем. Субботники наши. Стараемся, чтобы вы жили в красоте, в чистоте. Конечно, хотелось бы достойную зарплату, то есть чтобы наш труд ценили более достойно. Потому что работа тяжелая, работать некому. Сами знаете, ни престижно, ни дворники, ни слесаря. Была бы достойная зарплата, было бы жилье, народ бы потянулся, и мы бы жили в более достойных, чистых условиях. Нам всем вместе необходимо добиться, чтобы каждый житель Башкортостана ощущал достаток и уверенность завтрашнего дня. Поэтому мы требуем сегодня повысить минимальную заработную плату до прожиточного минимума, отменить налог на доходы ниже прожиточного минимума, обеспечить рост заработной платы выше инфляции, сохранить гарантии работникам в связи с принятием федерального закона о специальной оценке условий труда, принять закон об организации детского отдыха, чтобы каждый ребенок, независимо от места работы его родителей, мог отдохнуть за счет бюджетных средств в детском оздоровительном лагере. Обеспечить реальную поддержку молодежи в решении жилищных проблем и трудоустройства. Сегодня остро стоит вопрос, который необходимо решить. Это добиться, чтобы Федеральное министерство образования своевременно направляло в вузы средства на повышение студенческих стипендий. Уважаемые товарищи, мы полностью поддерживаем решение федерального центра в отношении Крыма. За республикой закреплен Белогорский район Республики Крым. В целом там очень сложная обстановка, и наша задача – помочь восстановить разрушенное хозяйство и считать его родным районом Республики Башкортостан.